Мы знаем, вы слушаете Радио Болтком. По вторникам в 11 часов на Радио Болтком. Слушайте программу «Экономикс» с финансистом и докторантом Татьяной Латышевой. О сложных экономических процессах простыми словами. Да, добрый день. Начинаем программу «Экономикс». Татьяна Латышева, Александр Шунин в студии. Здравствуйте. Добрый день. И сегодня основной темой мы выбрали поговорить о теневой экономике, что ее порождает, а как плохая среда влияет на теневую экономику или теневая экономика приводит к перманентному кризису. Так что призываем к участию активному. Вы можете звонить, высказывать свои мнения или задавать вопросы. Два телефона прямого эфира 67212939, 67213939, а также номер WhatsApp-чата для ваших замечаний, заметок, вопросов 2-300-6191. Итак, WhatsApp 2-300-6191 и телефон прямого эфира. Телефоны 67212939, 67213939. Давайте разбираться, что такое теневая экономика, насколько она плоха, насколько она вредна, потому что, да, безусловно, теневая экономика наносит вред обществу, бюджет недополучает налоги, пенсионеры и прочие бюджетники, социальные выплаты, растет коррупция, нарушается законодательство, что само по себе, разумеется, плохо. Вместе с тем, в период кризисов именно эта вот определенная тень или серая зона в лучшем случае позволяет выжить тем, кто потерял работу или испытывает финансовые сложности. Татьяна, ваше компетентное мнение по поводу теневой экономики, каково оно? Да. Давайте сразу определимся, что мы подразумеваем под теневой экономикой, то есть о чем мы будем сегодня говорить. Определений великое множество этому понятию, но самое, наверное, простое, понятное и распространенное, что это количество произведенных благ, то есть легальной и нелегальной продукции, а также услуг, которые не задекларированы, не зарегистрированы, не попадают в общую статистику. Ну и, соответственно, с них не платятся налоги, их вообще не видно. Ну, то есть мы не говорим о так называемой откровенной черной экономике, то есть получение доходов от преступной деятельности. Входят. Нелегальные. Да. То есть от легальной и нелегальной. Да. Ну да, но об этом мы говорить не будем. Вы сами только что упомянули подпольное какое-то, может быть, промышленное производство и так далее. Ну, то есть мы не берем крайнюю степень преступления прямо уже. Там оружие, наркотики, вот это вот все. Мы не об этом. Это тоже часть теневой экономики. Не в этот раз. Не в этот раз, да. Хорошо. То есть то, что можно назвать неофициальной, наверное, экономикой. То, что мы производим на дому или там действительно, когда никто не видит дополнительные партии, не знаю, если речь идет о пошиве, например, одежды, или фиктивная экономика, то есть незаконная деятельность легальных компаний, да? А в принципе, вот, по некоторым оценкам, оптимальный уровень теневой экономики в государстве 14-15%. То есть статистика настолько и экономика как наука настолько цинична, что допускает даже вот подобное значение – 14-15%. А данные на 2021 год, свежие я не нашел, в Латвии 26,6%. Именно так. Абсолютно все страны подвержены теневой экономике, то есть это не какое-то изобретение там, или болезни растущих стран или третьих стран, то есть абсолютно во всех странах это явление присутствует, с ним так или иначе пытаются бороться. Интересный вопрос, как вообще это считают? То есть вот как определить, какой уровень коррупции, теневой экономики в стране, в данной стране, в данный период времени образуется. Очень много методов также существует для того, что ведь это же не видно, да, то есть вот как определяется 14% или 26%, как это все высчитывается. Существует множество методов, причем надо сказать, что результаты, каким методом вы считаете, могут
ну, достаточно существенно отличаться. Особенно это касается, когда пытаются составить диаграмму, допустим, из стран Европы, и можно посмотреть, если интересно посмотреть, в каком месте Латвия находится, то в зависимости от того, каким методом посчитано, очень интересно, можно плавать по этой шкале очень-очень-очень, как бы, то есть погрешность очень большая. Но, тем не менее, мы в Европе находимся где-то пятый с конца, ну, если мы говорим о светлой стороне, да, жизни, то есть пятый с конца по уровню коррупции. И как же это высчитывается? Значит, я сейчас несколько методов затрону, чтобы было просто понятно, как определяется, как найти величину, которая не видна, и которую тщательно пытаются спрятать. Самый простой метод и, наверное, эффективный – это разница доходов и расходов на национальных счетах. То есть национальные счета – это не какие-то банковские счета, это, условно говоря, если посмотреть общий объем произведенных, полученных доходов и общий объем потраченных доходов. И если вот эта разница глобально в стране существует, то есть как бы государство в целом, я имею в виду сейчас не бюджет, а ну, то есть как бы все люди, да, все резиденты и нерезиденты, все жители тратят, условно говоря, больше, чем страна зарабатывает, то, значит, можно говорить о том, что существует теневая экономика. В начале 90-х годов американские ученые претендовали на то, что они изобрели, ну не изобрели, а стали использовать самый эффективный метод определения теневой экономики. Это сравнивание с индексом использования электричества. То есть если потребление электричества растет быстрее в стране, растет быстрее, чем растет экономика, то вот через индекс они определяют, что это говорит как раз о наличии теневой экономики. И вот эти пропорции, рост экономики против роста потребления электричества глобально в стране, говорит, тоже можно вот высчитать вот эту долю теневой экономики, которая не видна, потому что для любого, ну, для любой жизнедеятельности мы используем сегодня электричество. По-другому жизнь как бы наша сегодня невозможна. И вот они... Речь идет же не о домохозяйствах, а о предприятиях, которые... Это все. Понимаете, мы сейчас чуть позднее скажем о домохозяйствах. Ведь, допустим, если часть теневой экономики формируют также неучтенные зарплаты или неучтенные работники, то, соответственно, они все равно эти деньги получают, и в том числе в домохозяйствах они это электричество тратят и расходуют, да, и оплачивают его каким-то образом. Поэтому идет речь о потреблении всего электричества в стране. Это как метод, да, расчета вот, теневой экономики. Ну, я все равно пытаюсь понять, если я включаю станок или больше станков, ну, то один по времени дольше, либо я покупаю, там, устанавливаю дополнительно. Да, понятно, у меня на производстве счетчик крутится веселее, я потребляю больше электричества. Но какая корреляция с домохозяйством и потреблением электричества и теневой экономикой? Если я больше дома трачу электричество, то в моем понимании либо наступило темное время года, и больше света требуется, либо я больше времени провожу дома, потому что, например, я лишился работы, я больше смотрю телевизор, я чаще включаю стиральную машину или плиту, ну, за счет чего-то такого. Либо подразумевается, что я что-то произвожу дома, на что я трачу тоже электричество, что потом продаю. Здесь предполагается, что если, условно говоря, вы лишились доходов, да, но продолжаете вести тот образ жизни, который вы вели, скажем так, до... в момент вашей трудоспособности, вернее, оплачиваемой трудоспособности, или, допустим, то есть ваше положение, то есть ваше положение финансовое ухудшилось, допустим, а потребление электричества выросло, то это не говорит о том, что вы стали потреблять электричество больше просто потому, что вы стали безработным и сидите дома. То есть, как правило, люди, которые потеряли доход, они начинают, наоборот, экономить на всем, да, то есть и в первую очередь снижают расходы, стараются снизить расходы, которые являются большой долей в их потребительской корзине. А в потребительской корзине как раз расходы по содержанию недвижимости и
и продуктов, и покупка продуктов питания является самой большой долей. Поэтому определенно это должно у вас снизиться, да, то есть вы будете пытаться сэкономить, а не потратить больше электричества, в том числе в домашних хозяйствах. В таком случае получается, что, например, за прошлую зиму, то есть за прошлый год, высчитывая индекс теневой экономики, нет смысла брать во внимание потребление электричества, потому что все старались экономить. Государство компенсировало еще дополнительно расходы. Все старались экономить, да. Хорошо, вернемся тогда. Да. Да, возвращаемся. Ну, можем поспорить с американскими коллегами, сказать, что вот не работает ваш метод, да? Просто возникают вопросы. Возникают вопросы, да. Следующий метод – это количество транзакций. Общее количество транзакций тоже глобально по стране. То есть все банковские транзакции с карточек, физических лиц в том числе, транзакции предприятий, то есть если общее количество транзакций растет, то есть расходы, опять количество расходов увеличивается, вы можете чаще и безопаснее для собственного бюджета вставить карточку, допустим, в банкомат или в считывающее устройство на оплате в магазине, а экономика не растет так же быстро и наоборот находится в стагнации, это говорит о том, что доля теневой экономики имеет место быть. Еще один так называемый многофакторная модель и как бы высчитывание, и высчитывание индексов теневой экономики, вот о чем мы как раз будем говорить позднее, когда высчитывают не только последствия, но и причины. Да, то есть и вот эта модель, она является как раз-таки самой эффективной, когда считаются не только, условно говоря, разницу между доходами и расходами в экономике, но и делается поправка на уровень коррупции в стране, на бизнес-среду, то есть в каком состоянии находится ваша налоговая система, да, насколько она конкурентоспособна с другими соседними странами, и также насколько администрирование и законодательная база идеально создана, и как работают суды, то есть вот эффективность всей вот этой вот юридической системы. И еще один метод, который отличается от всех других, самый интересный, это когда просто делают прямой опрос предпринимателей о том, как они ощущают, насколько они ощущают наличие теневой экономики в государстве. И здесь, кстати, самое интересное, что опросы, проводимые в странах Балтии, выявляют, что больше всех ощущают коррупцию в стране в Латвии предприниматели. Не коррупцию, теневую экономику считают, что есть теневая экономика в Латвии. Следующие в Литве, последние в Эстонии. При этом индексы подсчета теневой экономики говорят, что Латвия не на первом месте. То есть, понимаете, да, вот эта интересная такая вот диспропорция, когда наши предприятия ощущают, что теневая экономика им кажется, то есть намного больше, чем кажется их же коллегам в Литве и в Эстонии. Да? То есть на самом деле мы не лидеры в странах Балтии, но вот это какое-то ощущение такое, да, что у нас… То есть это получается такое недоверие, да, недоверие к бизнес-среде, в котором они работают. Хорошо, либо какая-то обида, какие-то подозрения, потому что первыми, кто страдает от теневой экономики, это, понятное дело, государство, это общественные организации, и это легальный бизнес, которому обидно, что кто-то уходит в серую зону, в черную зону, а им приходится действовать честно, поэтому они лучше на опережение скажут, что все хуже, чем может быть. Ну, тоже может быть такой вариант. Да, и значит… То есть все, вот мы как бы вот поняли сейчас, как считается эта коррупция, да, о, Господи, что ко мне это слово прицепилось. Теневая экономика. И как вы правильно в самом начале сказали, 26%
26%. Это, кстати, по прямым опросам вот, предпринимателей. Индексный показатель, он чуть-чуть меньше, но, в принципе, в этих же пределах находится. Что такое 26%? То есть это если мы возьмем весь пирог, условно говоря, ВВП или бюджета, неважно чего, да, то есть как бы вот если мы возьмем весь пирог, представим, что вот мы получили торт, разделим его на 4 равные части, и вот это вот одна из этих 4 равных частей, это вот доля теневой экономики, то есть ну как бы много, угу. Да, много. Если говорить в абсолютных цифрах, то мы можем говорить, что оборот теневой экономики достигает 8 миллиардов, да, и, соответственно, государство не получает, недополучает где-то около, ну, чуть меньше 3 миллиардов доходов. То есть, если бы государство получило бы все доходы от теневой экономики в бюджет, соответственно, оно могло бы эти деньги, ну, вложить в AirBaltic, например, да. Ну, хорошо, ладно, это сарказм, да, то есть могли бы решить сразу все проблемы медицины и образования. Далее, из чего состоит, кто у нас и что формирует эти 26%? Самая большая часть формируется из скрытых заработных плат, из скрытой зарплаты, да, это где-то больше, то есть около 45% это невыплаченные социальные гарантии заработной платы. Дальше следующий показатель, это идет неучтенные работники, работники, с которыми вообще не заключен договор, около 30%, и только оставшаяся часть, где-то 25%, составляет нелегальная деятельность. То есть, ну, не зарегистрирован, мы говорим сейчас не о криминальной, да, а именно о том, что о том, когда не показаны какие-то доходы предприятий, да, то есть, как вы говорили, продукция произведена, но она нигде не зафиксирована, не зарегистрирована и продается как бы там. Ну, или услуги, которые на дому оказываются. Ну, или услуги которые оказываются, да. То есть вот, вот таким образом это, значит, сформировано. Дальше. И вот сейчас мы подходим к самой интересной теме, теме причины и следствия. Как мы чуть выше говорили, что для изменения ценовой экономики оценивается не только налоговая среда, хотя это один из основных факторов и показателей, это налоговая среда, насколько ваши налоги, как мы в прошлый раз говорили, конкурентоспособны, да, по сравнению с соседями и, допустим, там с экспортной частью, если чтобы, тогда вообще мы говорим во всем мире, о всей Европе. Дальше, доступность инвестиций и вообще денег кредитных на рынке, об этом мы тоже говорили, что, к сожалению, у нас самая низкая доступность по сравнению даже с теми же соседями, да, то есть возможность кредитоваться или получить или притоков денег в страну тоже самый низкий, к сожалению, показатель. Далее мы говорили о том, что уровень коррупции в стране также очень существенно влияет на то, есть теневая экономика или, ну, вернее, на ее размер, достаточно она большая, или все-таки находится в пределах допустимой нормы. Ну, это мы говорим условно, да, о допустимой норме. И уровень бюрократии. Уровень бюрократии также считается фактором, который влияет на усиление теневой экономики. И чтобы немножко разбавить нашу серьезную тему, я тоже немножко прокомментирую, проводились исследования по поводу коррупции в странах Балтии. Тройка лидеров. Ну, поскольку у нас три страны, мы и говорим о тройке лидеров. Все, в общем-то, лидеры. Все лидируют. Итак, значит… Ну, порадуйте, скажите, что Латвия не на первом месте. Золото, значит, у нас получает Литва. Там у нас 12% по результатам исследований. Вот они какие. Серебро, уверенное, принадлежит Латвии.
с 9%. И на третьем месте Эстония со своими неполными 7%. В этом же исследовании отдельно была выделена интересная статья по поводу размера процента от договора, который необходимо заплатить, чтобы получить госзаказ. То есть это вот такая известная коррупционная схема, да, когда если участвуют предприятия в каком-то тендере, чтобы получить госзаказ, вот нужно какую-то часть заплатить, чтобы выиграть этот конкурс. И каковы размеры откатов? Да, значит, тоже вот в этом исследовании, значит, это тоже, значит, проводилось, в этом был отдельным пунктом выделено, и тогда чемпион чемпионов у нас в этом случае кто? Вы на кого ставите? На Эстонию. На Эстонию? Угу. А вот и нет. Вот поэтому наши все предприятия бегут регистрироваться в Эстонии, там все ниже всего. И стоимость договора, и вообще общий размер теневой экономики. Итак, значит, чемпион у нас где? Сейчас я потеряла. Так, сейчас я найду. Это вот прям интересно. Да, итак, чемпион чемпионов – это мы. В этом случае 8%. Много. Потом идет Литва. 7,7, почти столько же. Ну, фактически, можно сказать, поделили первое место, да. И Эстония только 4%. Прекрасная бизнес-среда, самая, да, такая недорогая. Хорошо. А что касается уплаты или неуплаты налогов, относительно недавно в интервью нашим коллегам на Латвийском радио гендиректор СГД Ева Яунзема, ну, она много о чем говорила, в том числе она оценила долю теневой экономики в сегменте зарплат, у нас 18% по ее оценкам. И она описала такую ситуацию: чем меньше предприятие, тем выше риски недоплаты. Насколько это справедливо по отношению к малым предприятиям? То есть действительно ли ситуация такова, и насколько, если это действительно так, вина ложится на самих предпринимателей, либо ситуация такая, что иначе просто невозможно выжить им? Интересный комментарий. Я такой статистики, честно говоря, не видела, но я обязательно посмотрю, потому что это интересно. Что касается недоплат и зарплат в конвертах, вообще считается, в том числе и по Европе есть исследования, есть так называемые отраслевые риски. Это то, что я действительно видела в исследованиях. И в Европе отраслевым риском главным для всех стран является сельское хозяйство. Вот. Если говорить о Прибалтике, об странах Балтии, то это… Строительство. И, кстати, в строительстве там тоже интересный очень момент. Как раз именно строительные компании, хотя они как бы вот являются зоной отраслевого риска, они же сами говорят, что они очень хотят, чтобы навели порядок и упорядочили вообще всю вот эту систему какого-то контроля за зарплатами, потому что у нас самые большие госзаказы поступают в… именно в сфере услуг строительства, да, и, соответственно, самые большие войны, чтобы выиграть конкурс, идет именно в разрезе именно вот строительной отрасли. И как раз именно строительные фирмы говорят, что, ну, вы сами подумайте, кто может предложить самую-самую дешевую цену, если, скажем так, рынок, он сформирован, да, то есть цены на услуги понятны, то есть материалы для всех стоят одинаково, ну хорошо, там с какой-то поправкой кто-то больше закупает, оптом у него могут быть цены получше. Он говорит, ну когда предложение отличается в разы, то есть и приходит предложение ниже вообще рынка и любого здравого смысла, то логично, что ну, наверняка там есть какой-то секрет. Да, как бы вот в этом предложении. И поэтому, кстати, в Европе, в очень многих государствах существует принцип второго предложения. Это когда выбирается не самое дешевое предложение, а предыдущее.
то есть, которая, ну, как бы, до, то есть не самое дешевое, а вот второе с конца. Ну, то есть, когда люди не откровенно демпингуют, и нет вот каких-то скрытых там нюансов, а больше похоже на правду, во что не стыдно поверить. Да, и, соответственно, когда предприятие подает на конкурс документы, оно тоже думает, что оно не хочет оказаться самым последним, самым дешевым, потому что его отметут. Соответственно, ведь это, кстати, очень большая проблема, ведь в этой стоимости сразу закладывается и качество. Да? То есть, если смета она ниже рынка, то страшно представить, какое будет качество предоставленной услуги. И эта же проблема очень широко обсуждалась в школьных и дошкольных учреждениях в вопросах питания. Да? То есть, если выбирается просто самое дешевое предложение, то, ну, это, наверное, не то, что мы хотели бы, чтобы нам, нашим детям, да, там предоставляли какие-то там самые дешевые продукты, и, не знаю, там продукты, которые вообще недопустимы там для использования в школах. Хорошо, сейчас есть четкий список, что можно, что нельзя, это все очень хорошо, но, тем не менее, все-таки опять есть какой-то вот что-то не совсем правильное, да, когда как бы вот в тендерах по питанию главный критерий – это дешевизна, да, то есть как бы не качество продуктов, а именно то, что дешевое. Кстати, возвращаясь к зарплатам в конвертах, также было очень интересное исследование проведено. Был проведен опрос жителей Латвии, как они относятся к зарплатам в конвертах, да, то есть… И 30% жителей только считают, что это что-то очень, ну, то есть, что это большая проблема, которая их беспокоит. То есть только 30% жителей сказали, что да, это проблема, меня это беспокоит. Причем, если посмотреть в разрезе мужчины-женщины, то, естественно, женщин это беспокоит больше, чем мужчин. Но мы, собственно, мы ничего другого от них и не ожидаем. Ну, то есть женщина, наверное, чувствует себя более слабой, незащищенной, да, и ей хочется, то есть ее беспокоит как бы вот перспективы, будущее, то есть неопределенность. Ну, то есть социальная защищенность, да, которую обеспечивают налоги. Да, 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 то есть неопределенность, это, то есть, наверное, как бы мужчины лучше, легче переживают, чем женщины, да, как бы вот это будущее. Возможно, они более уверены в своих силах, в своих возможностях. Далее, если делить по национальностям, то латыши менее обеспокоены этой ситуацией, чем все другие национальности. Разрыв небольшой, 32,29%. То есть, видимо, это тоже вопрос, фактор какой-то уверенности, да, как бы вот в завтрашнем дне, я так думаю. И самая большая корреляция между людьми, у которых есть дети, у которых нет детей. То есть люди, у которых нет детей, очень сильно обеспокоены ситуацией в доходах, которые не обеспечивают и не гарантируют социальную защиту в будущем. Да? Те, у кого есть дети, они почему-то более спокойны, то есть им кажется, ну, видимо, будет кому стакан воды подать, да, хотя это не факт. Та же самая Ева Яунзема убеждена, что в Латвии следует менять менталитет в отношении уплаты налогов и вот эту вот толерантность к финансовым преступлениям. Насколько вы уверены в скором успехе? Что может переломить вот это понимание? Потому что, ну, если есть возможность не делиться, то кто же будет делиться по собственной воле, особенно… Ну как, если я вижу, на что тратятся мои налоги, если я этому доверяю, то я с большей уверенностью эти налоги заплачу. Я сейчас говорю не конкретно о себе, а предполагаю мысли аудитории. Да. То есть, может быть, менять не менталитет, а все-таки что-то в консерватории подправить, чтобы население доверяло больше государству и с большей готовностью делилось? Вот. Потому что, опять же, опрос показывает, это волнует. Это волнует. И вот как раз вторая часть этого вопроса, когда людей, которых не беспокоит эта тема, ну, скажем, или в той или в меньшей степени беспокоит, их спросили, а почему? Ну, вот это как раз вот сейчас будет ответ на вопрос, да? Значит, и в основном два ответа. Это первый, что я не верю, что когда я закончу работать, я получу пенсию. То есть поскольку очень много в общественном пространстве звучит информации, что никаких пенсий не будет, что
причем и там и политики допускают такие комментарии, что вот что надо вообще отказываться от этой практики, что не надо там вот ничего никому обещать, что бюджет будет пустой, население падает, платить налоги будет некому. То есть количество пенсионеров уже то есть нарастает быстрее, чем формируется, как бы формируются, прибывают трудоспособные граждане там, да, или там работники на рынок. И но ведь это соответствует действительности. Это соответствует действительности, поэтому вот первый ответ, что я не верю, что я в конце что-то получу от государства. Поэтому если мне сейчас готовы платить больше, именно прямо сейчас, да, я как бы с этим согласен, то есть если такое условие. И второй, это опять касается среды, что люди не верят, что можно найти хорошую работу, хорошо оплачиваемую, где вот не будет такая ситуация. То есть это все вопросы среды, бизнес-среды, да, а бизнес-среда формируется именно с участием государства. Да, с участием государства. И опять, абсолютно все аналитики, и местные, и там, и европейские, и международные, даже те, я сейчас вот хочу там сделать акцент на местных аналитиках, есть такие, которые говорят, ну, у нас все хорошо, там все растет, не придумывайте, да, и там нечего, значит, пугать, что все плохо, все хорошо, все потихонечку растет пропорционально, и в соответствии с тем временем и событиями, которые вокруг происходят, мы потихоньку растем. Но в основном все говорят, что есть прямая корреляция между благоприятной экономической бизнес-средой в стране, которую создает государство, качеством трудового ресурса, а также наличием коррупции и бюрократии с размером теневой экономики. Как только ВВП на одного человека. То есть как только люди становятся, ну, может быть, не богатыми, но состоятельными, по крайней мере, то есть они не беспокоятся о том, смогут ли они завтра в продуктовый магазин сходить или не смогут. Как только благосостояние человека вырастает, как только налоговая среда упорядочена, не меняется там каждые 5 лет и конкурентоспособна с окружающими государствами, как только рынок труда предоставляет достаточное количество квалифицированной рабочей силы, эта вся теневая экономика, она сама постепенно сходит на нет. Потому что, ну, я не думаю, что есть какая-то вот такая ментальность в бизнес-среде, да, что как бы, что вот я все равно не буду платить, как бы вот даже если я могу, я не буду. Но мне кажется, что нет, если предприятие на все хватает денег, и заплатить хорошие зарплаты, там, и вложить в развитие какие-то деньги, и еще там, условно говоря, выплатить дивиденды владельцам, зачем это надо? Угу. Да, у нас есть звонок, давайте его примем. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Я бы сказал, какая-то информация такая витиеватая, как бы нелогичная. Но я вот напомню, вчера вот выступал на ЛР-4 председатель торгово-промышленной палаты. И вот он приводил цифру, что мы отстаем от Литвы и Эстонии на 15%. Немножко странновато, что и от той, и от другой на один и тот же процент. Но это его слова, можете проверить. И вот здесь непонятно то, что вы говорите. Вы в начале своего выступления сказали, что мы на 5-м месте с конца по теневой экономике. Потом вот вы путались, это теневая экономика, коррупция. И несколько раз привели Литву как опережающую нас вот по теневой экономике или по коррупции. Опять же, немножко путаница. И вот как может быть, что мы отстаем от Литвы на 15%, со слов председателя торгово-промышленной палаты, но при всем при том, с ваших слов, Литва опережает нас там по коррупции или по теневой экономике, но абсурд какой-то, согласитесь. Угу. Спасибо большое. Ну, я могу ответить, что я не вижу связи, почему, допустим, экономика, опережающая экономику Латвии, при этом не может показывать более высокий коэффициент теневой экономики, да, то есть, потому что мы измеряем
соотношение экономического роста и теневой экономики в отдельно взятой стране. Да? То есть для Литвы у них есть свой уровень роста экономики в целом, и, соответственно, у них есть свой показатель теневой экономики. И точно так же у нас. И по поводу в каком месте Латвия относительно прибалтийских стран находится, в самом начале я подчеркивала, что разные методы исследования могут приводить к разным результатам и показателям. И по поводу того, что мы находимся в пятерке, это то, что касается относительно европейских государств. То есть и вот в этой шкале Литва и Эстония, она может тоже как бы находиться и плавать по этой шкале, и находиться в разных позициях. Но, тем не менее, если посмотреть исследования, именно которые касаются не опроса предпринимателей, а индексов, то мы не являемся первыми по уровню теневой экономики. А коррупцию я все время упоминала, и да, там, может быть, в какой-то момент вместо теневой экономики сказала коррупция, потому что это всегда является одной из причин размеров теневой экономики является коррупция. У нас еще есть звонок. Угу. Да, здравствуйте. Ну, если позволите, я уточню. Ну, вы повторили то, что вы сказали, как бы информация такая очень для меня. Но я, значит, не экономист. Но тогда я задам просто конкретный простой вопрос. Я вообще не верю, что Латвия может как-то, значит, быть не на первом месте в этой тройке по всем этим отрицательным показателям. И это не просто я не верю, я так не изучаю, но... И вот просто вы сказали, пятое место с конца. Хорошо, простой вопрос, назовите, ну, если вы можете, конечно, вот эти четыре страны, значит, которые по коррупции хуже нас. То есть неужели там Литва и Эстония будут в этой пятерке, которую вы сказали, что мы пятое место с конца? Да, хорошо, вот смотрите, я прямо сейчас открыла таблицу с исследованием экономики теневой в... Я сниму, да, то я два раза слышу. Теневой экономики это у нас до 2021 года включительно. И смотрите, я перечислю первое. Значит, на первом месте самый большой это Болгария, потом идет Литва, потом Хорватия, потом Румыния, потом Эстония, потом Кипр, Греция, Турция, потом Латвия. Ничего себе, то есть Литва, Эстония, Кипр, они все опережают Латвию по коррупции. Да. Да. Болгария по медицине почти в два раза больше уже выделяет. Ну, подождите, вот вы статистика. Путаете круглое с зеленым, причем если они больше выделяют на медицину и выше коррупция. Но выделяя куда-то деньги, они должны откуда-то взяться. Это, кстати, ваша вот всегда линия, что мы должны, если деньги куда-то выделить, то мы должны их где-то взять. Это ж вот вы и повторяете в разных передачах, господин Шуйнин, не раз. Так оно и есть, чтобы деньги потратить, их надо где-то взять. Я об этом и говорю, что если вот сейчас перечислила ваша гостья, причем не четыре страны, а больше, потом она Латвию вспомнила опять, значит, какая-то странная статистика. То есть и Литва, и Эстония, и Кипр, и Болгария, и кто-то был еще, а потом только Латвия, значит, уже не пятое место с конца, а мы уже там уже в хороших позициях. А дальше я просто привожу, как вы сказали, круглое с зеленым, что если там, значит, процветает коррупция, и эти цифры, которые идут налево, не идут в бюджет, а на медицину в два раза больше, так вы у меня, как всегда, так дергаете за это самое, но тут, ну, странная у вас статистика, и вообще все это так очень поверхностно, и очень такое сырое у вас, то, что вы выдаете. Это я наши гости обращаюсь. Да, всего хорошего. Да, спасибо за мнение. Ну, что хочется отметить? Характернейший, на самом деле, звонок, который показывает то самое недоверие. Недоверие. Нет. То есть как у нас может быть не хуже всех? Нет. Я, кстати, всегда там, каждый день занимаюсь новостями, и читая, и видя цифры, и слыша о происходящем, все равно как-то питаю надежду, что есть страны, у кого эти все показатели выше, и статистика это показывает. Но, тем не менее, еще раз подчеркиваю, очень характерный звонок о недоверии. У нас еще есть звонок. Сейчас, можно я отвечу? Значит, из того, что говорил радиослушатель, я поняла, что он путает...
он путает деньги, которые не поступили в бюджет, с деньгами, которые поступили в бюджет и пошли куда-то не туда. Я бы, наверное, так описал, что, может быть, у них ситуация с коррупцией хуже даже, чем у нас, но зато они, например, на медицину все равно выделяют в два раза больше денег, то есть они молодцы. Да. Нам скоро заканчивать, давайте примем еще один звонок. Алло. Алло. Алло, добрый день. Да, здравствуйте. Ну, по поводу налогов, коррупции, теневой экономики. Но, понимаете как, должна быть, кроме всего прочего, какая-то мотивация уплаты налогов. То есть мы должны видеть, куда наши налоги идут. То есть, посетив там, допустим, те же Вильнюс и Таллин, мне прекрасно видно, допустим, что хорошие дороги, инфраструктура, видно, что деньги куда-то вкладываются. А здесь вот, ну, наша компания работает там уже 12 лет на рынке, да, и мы платим, у нас абсолютно все по белому, у нас белые зарплаты хорошего уровня, все, то есть все налоги уплачены. Но я, честно говоря, не понимаю, вот эти вот деньги куда идут, на нашу армию чиновников, на повышение их зарплат, на новое министерство. Ну, то есть... И, допустим, мне, если ко мне приходит мастер, я, естественно, спрошу, хочет ли он, чтобы я заплатил ему кэшем, или он хочет, чтобы я перечислил деньги ему на компанию, да? Ну, и в 99% случаев он отвечает, что ему нужен кэш. И ответ очень простой, потому что он не уверен, что, как говорят наши, в том числе, премьер-министр, он не уверен, что вообще у нас будет пенсия у молодого поколения вообще, да. И потом, ну, налоги, естественно, я понимаю, что налоги должны быть уплачены, но когда, допустим, был тот же самый скандал с продажей бывшего кинотеатра «Пионерис», когда премьер-министру можно было не заплатить налоги, вернее, его жене там, вот, а все остальные обязаны платить, ну, это как-то, в общем-то, тоже... не очень интересно. Ну да, это спасибо. Подрывает доверие. Спасибо за звонок. Да, это вопрос вот еще, доверия. Еще да. Один характерный пример, то, о чем мы говорили, когда ты видишь, на что идут твои налоги, у тебя больше мотивации делиться честно заработанным. И пользуясь случаем, да, вот, уважаемые слушатели, спасибо, что ваша компания работает, несмотря на весь этот вот гнет и давление, все еще по-белому. Побольше бы таких предприятий. Евгений Копейн делает знаки однозначные, что нам пора завершать этот эфир. Что-нибудь обнадеживающее в конце, пускай прозвучит, Татьяна. Обнадеживающее то, что наконец-то правительство объявило о том, что оно озабочено ситуацией с бизнес-средой, и то, что сейчас начинаются переговоры с бизнесом, с предпринимателями, с владельцами бизнесов о том, чтобы эту среду улучшать. То есть мы ждем и надеемся. Что это произойдет? И, возможно, уже через неделю, в следующий вторник в 11 часов в программе Татьяны Латышевой «Экономикс» мы обсудим именно эту тему уже более позитивно. Огромное спасибо, что были с нами. Нас продолжает реклама новостей и «Зеленая лампа». Вы слушаете «Радио Болткома».